крепится. То есть вот так вставляется в тот паз, тот фиксатор, и защелкивается. А потом уже вставлять надо вот сюда и закручивать на болт. То есть ничего сложного нет. Это мне для мод. Для мота своего аккумулятор купил вот на зоне. Старый простоял 5 лет и сдох. Но это из другого фильма. Так, ладно. Я открутил эту штуку. И здесь что у нас есть? Есть вот такой вот, собственно, уже болт, да, за который я могу, наверное, закрепить. Осталось просверлить отверстие. Ну вот вопрос. А будет ли оно там держаться? И а влезет ли оно туда? Влезать влезет. Извините, что свечу вам в лицо фонарем. Освещение чуть поярче